Россия собирается внедрить технологию блокчейн в систему кредитования. Центральный банк планирует разработку механизма банковских сделок и расчетов с клиентами, который работал бы без бумажных договоров и визитов кредитной организации. Механизм может быть осуществлен с помощью смарт-контрактов. Автоматическое кредитование могут получить клиенты с хорошей кредитной историей и необходимым набором документов. Разработкой уже заинтересовались Альфа-банк, Бинбанк, Киви-банк, Банк Открытия и Сбербанк.